Весенний фестиваль «Река в цвету» пройдет в Белгороде с 1 по 3 мая. Часть подробностей организаторы раскрыли сегодня. На набережной Веселки планируется создать множество инсталляций и интерактивных зон, чтобы рассредоточить посетителей по интересам. Гостей праздника ждут мастер-классы, концертные номера, конкурсы и другие активности. А любители спокойного отдыха смогут просто гулять и наслаждаться красотой природы. Его основной особенностью будет максимальное цветочное оформление территории от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Попова вдоль набережной реки Веселка и парка Победы. Это и множество арт-инсталляций, конкурсных работ по лучшему украшению территории в цветочном исполнении. Ну и в целом, конечно же, это хорошее настроение. Желающие глубже погрузиться в тему смогут пройти бесплатный мастер-класс чемпиона России по профессиональной флористике Романа Штенгауэра, а артисты подготовят культурную программу для всех гостей фестиваля. Все гости могут насладиться прекрасным звучанием музыки в исполнении и творческих коллективов города, в исполнении Белгородской государственной филармонии, смогут побывать на пленэрах, посетить образовательную программу. Ярким украшением фестиваля станут арт-объекты и инсталляции. Их расположат как на набережной, так и на водной глади Веселки. После того, как вы пройдете через арку со светящимися, переливающимися голубями зеркальными, вы попадаете в цветочную дорогу. Эта цветочная дорога ведет к реке, и около реки такая кульминация – это инсталляция «Дерево жизни». Музыкальная, динамическая, очень интересная. Я думаю, она станет таким центром, одним из центров фестиваля. Организаторы обещают, установленные арт-объекты продолжат радовать посетителей Парка Победы и после завершения фестиваля. Виктор Лукьянчиков, Сергей Драчев, Белгород Медиа.